Здравствуйте! В прямом эфире студия на телеканале «Репортер». Меня зовут Наталья Апара. Итак, на факультете гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета Одесская юридическая академия с нового учебного года вводится новая учебная дисциплина «Спортивное право». Углубленное изучение украинского и международного законодательства в области защиты прав спортсменов станет доступным для студентов магистратуры. Сегодня об этом будем говорить с деканом факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юракадемии Денисом Колодиным. Денис Алексеевич, здравствуйте. И доцентом кафедры гражданского права у нас в гостях Богдан Фаси. Богдан, здравствуйте. Добрый день. Денис Алексеевич, первый вопрос к вам. Как возникла идея создать новую дисциплину «Спортивное право»? Ну, если вы знаете, в Национальном университете Одесская юридическая академия очень хорошая материальная база. И вот спортивные комплексы, которые есть в университете, на них проходят соревнования, чемпионаты, как национальные соревнования, так и соревнования международного уровня, чемпионата Европы, чемпионата мира. И вот во время проведения одних из таких соревнований к президенту университета Сергею Алексеевичу Кивалову подошли спортсмены, которые заканчивают юношеское обучение в спортивной школе и готовятся к заключению профессиональных контрактов и спросили, а есть ли специалисты в университете, которые могут обеспечить юридическую сторону дальнейшей их спортивной жизни. И после этого разговора с Сергеем Алексеевичем была поставлена задача разработать дисциплину «Спортивное право». И вот коллективом кафедры гражданского права на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции была разработана качественная дисциплина «Спортивное право». И сегодня для магистров будет преподаваться эта дисциплина. Она на сегодняшний момент является очень важной, очень живой интерес вызвала, очень интересуются этим и магистры, и студенты, которые поступают на первый курс. И мы на сегодняшний момент, буквально через несколько дней пройдет круглый стол, где будут присутствовать и представители органов государственной власти, где будут представители областных, городских федераций спорта, представители клубов профессиональных, начальники юридических отделов этих клубов. И вот мы в таком симбиозе практиков и научных деятелей мы сможем выработать хорошие перспективы для того, чтобы дальше развивать, качественно преподавать эту дисциплину на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. Есть ли сегодня уже желающие абитуриенты изучать новую дисциплину? Ну, вы знаете, вот только была идея, и уже сразу же студенты пришли. Мне очень приятно было, когда три магистра, которые планировали поступать в совершенно другой вуз, услышали о том, что у нас будет такая дисциплина. И они сегодня знают, что это затребовано на рынке труда. И они понимают, что они здесь получат специфические знания, которых нет ни на одном факультете, ни в одном университете нашего государства, и смогут работать, и они будут обеспечены работой, поэтому это сегодня является показателем того, что мы делаем. То есть Одесская юракадемия на всю Украину сегодня является единственным университетом, где преподается такая дисциплина? Правильно, совершенно верно. Единственным и первым. Это очень хороший рынок для трудоустройства. Я думаю, в ближайшее время эта дисциплина начнет появляться и в других вузах, но мы будем первыми, мы будем флагманом, на нас будут ориентироваться. И, как говорил Стив Джобс, инновация – это то, что отличает лидера от догоняющего. Как связаны спорт и право? Вот давайте более подробно этот вопрос рассмотрим. Як ми всі знаємо, взагалі право, що є головною метою права, це є суспільні відносини, регулювання суспільних відносин. Спорт – це сфера нашого життя, в якій люди вони прагнуть до певного результату. Щоб дійти до цього результату, вони тренуються, вступають в певні спортивні клуби, також вони виступають на змаганнях, турнірах, Олімпійські ігри. Все це неможливо без певних комунікацій, це неможливо без залучення тренерів, спонсорів, інвесторів і взагалі, чим між ними всіма відбуваються відносини. І чим далі розвивається спорт, тим більше ці відносини. І тут виникає право, тому що двигається спорт, більше відносини. Україна виходить на рівні, різні рівні національної, університетських, обласних спортивних змагань. І тому виникають правовідносини, які потрібно регулювати. І тому виникає зараз на цьому етапі взагалі спортивне право.
А я еще более скажу, знаете, как я могу сказать, как связан спорт и право? На факультете гражданской и хозяйственной юстиции обучается множество профессиональных спортсменов, которые сегодня прославляют наш вуз, наш университет, наш город, нашу страну на разного рода соревнованиях. И вот даже эти спортсмены, которые сегодня в ближайшее время смогут получить эти качественные знания по спортивному праву, они будут знать свои права, обязанности, они будут защищены. Поэтому для них вдвойне приятно, что вот такая дисциплина появилась сегодня на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. Богдан, вопрос к вам. Каким образом на сегодняшний день происходит регулирование в сфере спортивного права? Взагалі, щодо спортивного права, норми спортивного права, вони мають досить великий і широкий спектр застосування. Тому що взагалі зі збільшенням у населення інтересу до спорту, взагалі зміцненням аматорського і професійного взагалі спорту, і навіть взагалі, можна сказати так, внесення спорту в таку субкультуру українців взагалі, виникає гостра необхідність у регулюванні взагалі спортивних відносин. Адже кожен вболівальник, коли знаходиться на стадіоні, а не тільки на стадіоні, він може знаходитись також і біля екрану своїх телевізорів, він також вступає в спортивні відносини. Чому? Тому що навіть може бути, відбуватися певний матч, він буде свідком певного фіксованого результату і навіть може бути потерпілим в даному справі, коли це стосується саме там парі чи ще щось, тобто будь-які відносини можуть відбуватися. Крім того, кожен з нас, кожен з українців займається спортом для себе, для певного оздоровлення. І тут же він входить в цивільно-правові відносини. Тому що людина звертається там в фітнес-клуб, вона наймає собі тренера, оплачує собі абонемент. Або навіть, наприклад, коли ми хочемо відвідати футбол, ми йдемо на Чорноморець стадіон, коли грає там наша улюблена команда. І, в принципі, ми також входимо в цивільно-правові відносини з адміністрацією цього спортивного комплексу, коли ми купуємо білет, тобто теж відбуваються в нас цивільно-правові відносини. І саме це все стосується спортивного права. Це, у цьому і полягає право регулювання взагалі, специфіка цього всього. Говорите, если о правовом регулировании, я бы хотел добавить, знаете, особенностью спортивного права является то, что на сегодняшний день нормы спортивного права включают в себя множество отраслей права. Здесь присутствуют и нормы налогового права, здесь присутствуют и нормы контрактного права, нормы договорного права, здесь присутствуют нормы медицинского права, страхового права, право интеллектуальной собственности, множество норм, которые разбросаны в разных отраслях права. И вот именно спортивное право и дисциплина, которая будет на факультете гражданской и хозяйственной юстиции, она их все будет объединять. И тут еще очень важным является то, что и особенностью спортивного права, то, что множество норм и отношений регулируются организациями, например, статутами организации, например, такими как Международный олимпийский комитет, например, такие как FIFA, такие как УЕФА, национальными федерациями, уставами клубов. И вот именно все эти нормы будут систематизированы, и в процессе изучения данной дисциплины студент сможет знать, где они находятся, как их использовать, как применять. Поэтому сегодня это является очень актуальным. Говоря о национальном законодательстве, приняты ли сегодня в Украине соответствующие законы и требует ли отечественное законодательство реформирования, совершенствования, доработки? Взагалі, на жаль, не все так добре, як хотілося б взагалі чути, тому що спорт розвивається набагато швидше, ніж вдосконалюється наше законодавство, в тому числі і в сфері спорту. На жаль, в нашій країні в особі профільних комітетів, в тому числі Міністерство молоді та спорту, вони не встигають брати ці всі світові тенденції в галузі спорту. А це, в принципі, від цього будуть страждають як і спортсмени, так і всі особи, які стосуються спорту. І взагалі зараз досить багато невтішних новин з приводу допінгових скандалів, договірних матчів, також досить
ми часто чуємо про судові тяжби між футбольними клубами та адміністрацією там прем'єр-ліги, першої ліги. І це все натякає на те, що наша база, нормативна база у сфері спортивної діяльності є недосконалою і вона потребує реформування. І зараз, в принципі, йде, можна сказати, тенденція до цього, що ми будемо все-таки реформувати, подавати деякі запити до Міністерства молоді і спорту, щоб регулювати ці відносини, і нас спортивне право регулювали та захищали наших спортсменів, всіх осіб, які займаються спортом кожного дня. Соответственно, и рынок труда будет нуждаться в соответствующих юристах, которые специализируются в сфере спортивного права. Какие же перспективы трудоустройства выпускников юрокадемии в этом случае? Ну, на сегодняшний момент мы говорили об актуальности данных знаний, которые будут получены. А соответственно, если эти знания монопольно сегодня можно получить только в Национальном университете Одесская юридическая академия, соответственно, такие выпускники на сегодняшний момент будут очень затребованными на рынке труда, потому что мы говорим о динамическом развитии правоотношений в сфере спорта. В связи с этим нужны будут специалисты, и уже сегодня нужны специалисты, которые должны обеспечить юридическую сторону. И вот я неспроста привел пример в начале нашей программы о том, что сегодня спортсмены сами ищут и пытаются найти, потому что есть дефицит, большой дефицит на рынке данных специалистов, и во многих случаях нашим спортсменам приходится обращаться к иностранным специалистам, а это, к сожалению, дорогостоящие на сегодняшний момент специалисты. И вот благодаря такой инициативе президента университета Сергея Сича Кивалова мы на базе нашего университета будем готовить специалистов, которые будут иметь знания в области спортивного права. Вот такая мощная юридическая поддержка, появление новых специалистов, которые будут узкоспециализированы в сфере спортивного права. Насколько положительно это повлияет на развитие отечественного спорта? Взагалі, найчастіше, коли виникають проблемні ситуації, наші спортсмени, вони виходять один на один з цією проблемою, взагалі в спортивній цій сфері. Більш впливові суб'єкти взагалі спорту, вони користуються цією юридичною безграмотністю наших спортсменів. Чому? Тому що вони монополізують їхній прибуток, вони користуються ними в своїх корисливих цілях, не виплачують їм заробітні плати, вони устраняють непотрібних конкурентів. Тобто в цьому і проблема зараз нашої країни. Що стосується взагалі зарубіжних країн, там трішки все простіше. В них діють спеціальні прокуратури, в них діють спеціальні спортивні суди, в них взагалі організовуються юридичні фірми, які ведуть справу спортсмена від А до Я. Тобто почав, заключив з ним контракт і веде його, можна сказати, не до самої пенсії. Тобто повністю проводить з ним все життя, проводить все юридично, забезпечує його всю діяльність. Що стосується взагалі України, ми ступаємо тільки на цей шлях, і тому взагалі перед нашими майбутніми фахівцями, які ми випускаємо на факультеті цивільної та спортивної юстиції, перед ними розпочинається такий шлях, де вони можуть мати і бути у витокі в нової сфери цієї юриспруденції. В каких же случаях профессиональным спортсменам необходима юридическая помощь? Видите, в будь-якому разі, коли спортсмен хоче вступити в новий клуб чи ще щось, він завжди заключає контракти. Ці контракти досить часто клуби надають одні, взагалі в деяких випадках спортсмени або не згодні їх, або можуть порушуватися ці права. В цьому випадку юристи допоможуть грамотно і ефективно скласти той чи інший контракт, і для регулювання його прав та обов'язків в подальшому. Буде врегульована заробітня плата, відповідальність, у випадку, наприклад, травм та далі, тому подібне. Це ж також стосується і відшкодування шкоди, тому що в будь-якому разі спортсмени, коли займаються своєю діяльністю, дуже часто отримують травми. Виникає питання, хто відшкодовує шкоду, у яких випадках. Також юристи займаються цією діяльністю і будуть допомагати їм вирішити їхні проблеми в цьому напрямку. Також досить часто ми бачимо, спортсмени беруть участь в рекламі. Це також регулюється спортивним правом, і юристи потрібні, які заключають договір між рекламною агенцією та тим самим спортсменом.
Денис Алексеевич, дисциплина новая не только для Одесской юрокадемии, но и в целом для страны. Взять у кого-то готовые какие-то образовательные планы, программы, такой возможности нет. Соответственно, разрабатывать необходимо все самостоятельно, как это делает юрокадемия. Готовы ли уже вот такие программы, планы, которые, по которым будут обучаться студенты дисциплине «Спортивное право»? Ну, задача разработать и подготовить все методическое обеспечение данной дисциплины была поставлена еще в феврале месяцем президентом университета Сергеем Сичем Киваловым. И кафедрой гражданского права качественно и хорошо разработана вся нужная методическое обеспечение дисциплины. На сегодняшний момент буквально через 3 недели выходит учебник, обстоятельный, хороший учебник по спортивному праву. Еще до его выхода уже существует множество заявок, множество просьб его продать, подарить. Это и федерации многих видов спорта, и клубы профессиональные, да и просто спортсмены, которые сегодня хотят знать о своих правах, обязанностях и о тех вещах, о которых мы сегодня с вами говорили. Ну и не могу не спросить у вас, сегодня в Украине продолжается вступительная кампания, и буквально с 12 июля у абитуриентов появилась возможность уже подавать электронные заявки, подавать оригиналы документов в университеты. Насколько активно поступающие приходят в Одесскую юрокадемию? Я вам могу ответить за факультет гражданской и хозяйственной юстиции. Вот такие инновационные дисциплины, которые сегодня у нас есть, спортивное право, IT-право, электронное судопроизводство, они обеспечивают тот результат, что сегодня наибольшее количество и оригиналов документов подано на факультет гражданской и хозяйственной юстиции, и первых приоритетов. Поэтому я думаю, слава Богу, очень живой интерес, и множество студентов со всех уголков нашего государства придет на факультет и будет изучать эти дисциплины, и в дальнейшем станут успешными юристами, которые обеспечат себе достойное будущее и будут прославлять наш вуз, наш факультет, и всегда быть благодарны своей альма-матер, Национальному университету Одесская юридическая академия. Денис Алексеевич, Богдан Владимирович, я благодарю за то, что вы сегодня были в гостях в студии «Репортер». Благодарю вас за интересную беседу, новую информацию. Напомню, говорили мы сегодня о новой дисциплине «Спортивное право», которое с нового учебного года будут изучать студенты Одесской юрокадемии. Меня зовут Наталья Апара. Оставайтесь с «Репортером». Всего доброго.